Так, ну приветствую всех рыбаков. 22 февраля. Вот отработал до 4 и прилетел быстренько на рыбалку на часочек-два. Ну, до темна посижу, в принципе. Быстренько зарядил удочки, развел прикормку. Поставил обе на кукурузку. Посмотрим, как будет сегодня результат. Вода, кстати, упала еще больше. Вот где у меня сейчас удочка стоит. В принципе, даже выше была в субботу. Сейчас вон вся трава, которая вот здесь стояла, вода, в принципе, в корнях. Но упала сильно хорошо. Буквально прям 2 минуты назад закинул удочки. Посмотрим, как будет сегодня результат. Будут поклевки, буду записывать.